Фракция «Справедливая Россия» уже этим летом внесет в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе, ежемесячной выплате всем россиянам. Об этом на всероссийской пресс-конференции в режиме онлайн сообщил председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Руководитель Ульяновского регионального отделения партии Маргарита Баржанова пояснила представителям СМИ суть данного законопроекта. А наша партия выступила с инициативой о том, что каждый гражданин, каждый житель по факту своего рождения должен получать от государства 10 тысяч рублей в месяц. И это будет справедливо. В нашей стране, вы знаете, достаточно много бедных. И если по статистике говорить 13%, то у нас с вами в нашей Ульяновской области это около 16%. По словам Маргариты Баржановой, закон начнет действовать с 1 января 2022 года, если инициативу партии поддержат. Первые выплаты пойдут семьям с детьми. В наш век цифровых технологий не нужны бюрократы, не нужно собирать справки. Государство может сразу направить эти деньги каждому. Каждому из нас, каждому жителю нашей страны, каждому жителю нашей Ульяновской области. Также Маргарита Валерьевна напомнила, что партия против пенсионной реформы, которая была проведена в стране. Вы знаете о том, что мы уже заявили, сказали, что минимальная пенсия в нашей стране должна быть 31 тысяча рублей в месяц. И если кому-то сейчас кажется, что нет, невозможно, как, откуда, мы просто забыли о том, что в пересчете на доллары у нас уже была такая пенсия, только это было не в этом десятилетии, а в 2007 году. Руководитель регионального отделения подчеркнула, что государство сможет найти средства на все выплаты. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.